Ребята, всем привет, с вами Александр. Так, ну что, ребяточки, давайте мы вот такой вот какой-то корявой командой попытаемся сходить на арену. Я давно туда не ходил, больше месяца не сражался, очки как были, так и остались. Давайте попробуем найти противника. Так, первым одолеть троих динозавров, чтобы победить. Кстати, что-то поменялось, да, таймер такой появился, раньше таймера не было. То есть таймер дает нам 2,5 минуты на поиск противника. И прикольно, да, выглядит вот этот, как это у нас, гостевой центр, как эта штука называется. Главный холл музея, да, как в мире юрского периода 2, такой заброшенный, весь поросший, прикольный. Так, вообще, кто нам тут попадется? Так, давайте триказавриком откроемся. Против нас раптор. Он быстрее, но мы можем ему сделать и западлян. Ну, он нам тоже ответит, конечно, тем же, но тем не менее. У нас есть контратака еще. Защитимся. Так, надо было защищаться на следующий ход. Ну вот, такая штука есть. Ну, хорошо, не все. Да. Так, следующий удар у него будет простой. Вообще, короче, у нас 22 уровня, он крепкий как бы, но у нас как бы особо вообще не царапает. Решил подмениться, да? Косарик! Только подменился, кстати, анкетерс... Триказавр. Триказавр еще красавчик. Замедляй, не замедляй. Все равно отправишься в ран. 4 косаря. Блин, ну триказавр тащит. Он не круче, чем индораптор. Так, Стегадей. Стегадей это молодец, мы знаем. Что он будет делать? Ярость, сколько перезарядка один. Это нам не страшно. Мы играем от обороны. Пробивай его. Не выдержал. 20-й стегодевишка. Ну я триказавром жутко доволен. Так, но это не подмена. А значит, тебе хана. У него что? Есть двойной урон. Это что дает нам? А это что дает нам? Минус 90. Ну, блин, давайте так. Занерфили его удар. Ладно. Сейчас же у него нет еще двойного. Так. Сбился со счета. Так, ну мы еще. Хотя как мы еще можем пережить один ход. Непобедимостью. Не понадобилось. Так, это радует. У нас редкая башня. Ваши соперники — команда здоровяков хорошей защитой. Вам помогут существа с большим количеством очков здоровья, которые могут быстро наносить урон, разрушать защиту и пробивать броню. Не знаю, зачем, правда, для этого существа с большим количеством очков здоровья нам. Здесь просто нужны хорошие демагеры. Но мы пойдем здесь как бы другим путем. Мы тоже вас взяли таких, скажем так, взял своих довольно сильно бронированных существ. Ну, здесь один пуролитик, просто он мне нравится. Давайте будем пробовать, и там посмотрим, что у нас пойдет. И на первый бой мы берем, конечно же, самых наших слабых. Это будет примерно равная команда, кстати, можем пролететь. Но надо посмотреть. Так, кто у нас тут обладает
скоростью 105, 112, 115 и 115. А по ударам чё? Ну, есть пора лиц с пробиванием брони, в принципе, хотя нам, может быть, надо его подменить. У нас тут надо завры, обладатель неплохой защиты. Давайте усилимся, он поставит защиту нам на это по барабану. Ударил довольно больно. Так, у нас есть контратака. Следующий ход у него будет замедление, но это нам не страшно, у нас и так замедление. А вот ему сейчас будет больно. Хотя нам вообще что-то так. Знаете, что-то как-то сильно он бьет. 400 на удар. Да, вот у нас есть существа побыстрее, да? Блин, ну никого нет бонуса на самом деле. Так, ну, это нам не страшно. Подменились мы на нодика. Кто теперь? А, так, ангела, у него иммунитет, да, насколько я помню. Это да. Так, мы ходим первым. Давайте. Ай, неуязвимость. Так. Покалечить тоже не работает. И ну и еще. Все. Удар с замедлением я пока берегу. Да, у нас одинаково здоровье, но у него есть удары сквозь щит, то есть он помощнее. Так, ну куда тут надо что-то менять? Они, почему они пользуются ударом? Еще и скритом. Ну, отвечаем ему тем же, блин, правда, надо выжить. Ах, да, ну да. На него же эта тема не работает. На пробил, да, все. Она. 1-1. Так. Есть ярость. Есть снижение урона, на него это не сработает. Давайте его. Скалзар, кстати, у него 40% брони, да? Память не изменяет. Да. На тебе ярость. И с яростью 650, ну, куда ни шло, правда у него тоже удар сквозь броню есть. Ну, пробьет хоть. 325, ой, слабенький удар, конечно, слабенький. Ну, скорость 112, так себе. Амаргозавр. Хотя на него, наверное, стоило сначала применить. О, крит. И будем счастливы. Он будет нас замедлять. У него двойной урон это будет. Но мы его должны пробить. Вот сейчас мы выжили. А, хрена там. Не выжили. Выжили. Броня спасает, ребята. И воля. Победа. Было непросто. Противники достойны. Так, ну что, на второй бой кого мы возьмем? Давайте возьмем вот так.
А вот так. Вот этих двух возьмем. И 14 уровень, да? Ну и ладно, пуроли для страховки. На него можно подмениться, у него же есть подмена со щитом. А, нет, 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 а у кого это была у нас подмена со щитом? Очень странно. На него все правильно. Не надо мне тут мать бабушку. Так, урхи. Урхи противопатчи. Сразу, когда апатозавр появляется, я вспоминаю апатозавра Jurassic World The Game. И... да. Мне кажется, что у него сейчас будет 7000 жизней. Ну, это был двойной урон, да? По-моему. Полтора урона. Не страшно. Очищение себя не снятие отвлечения, оно только так работает. Тогда он задолбит этими ударами, честное слово. Следующий удар у него будет. Вот это болезнь. Но у нас бронь есть. Так, он перетянул на себя. Фигушки тебе. Но мы все-таки пробились, это хорошо. А я могу подмениться или не смогу? Так, ну сейчас я его заберу, у него 90% всего удара. Ну, подмена. До сих пор остается подмена. Теперь нам хана, чё, плохо получилось. Насколько ходов это была подмена, вообще интересно. Давай, иду с тебя. Которому по барабану. А вот крит поймать это было очень глупо. Так, ну вот сейчас был вот такой вот обычный удар, а следующий удар у него будет сильный, потому нам нужно ставить щит. У него сильный удар, как через один идет. Так больно. Не дай бог еще криты будут вставать, как это вообще печально. Щит без броня, ну так, все равно пошел, хорошо. Щит. Где его щит? Блин, ну что за ним? А, ну блин, это контратака сквозь щит была. Но все равно мы урон отгребли по полной. Он нас хоть сейчас не пробьет. Да, ну тут все, нам уже хана. Здесь мы уже ничего не сможем поделать. Бедный пуролитик.
нас обычный ангел, да? 25 уже 2. Сидит в защите. Ну мы тоже это можем сделать. У него сейчас щит пропадет. А мы ему сейчас двойной урон. С уязвимостью, блин, 2 хелса. Хана тебе, бронька. Скалозавр победил. Стоит взять кого-то посильнее уже. Ну посильнее у меня там брахиозавры. Так, изменить команду. Кто у меня там есть из более таких слабых? Но из более слабых это Эйниазук у меня, который нифига не слабый. А, еще жирафика я не использовал, да? Не использовал жирафика, я не использовал. И эпический анкилозавр. Ну, этого, думаю, более чем достаточно для оставшихся боев. Так, ну, ну помчались. Вот такие вот у нас парнишки. Вот жирафика давайте возьмем. Вот тебя возьмем. Давайте вот так пока что пойдем. Для разнообразия. Самый слабенький у нас это обычный Gen 2 анкилозавр. Сразу накладываем щит, он держится 4 хода, если мне память не изменяет. Только что-то сражались. Ну, кританули аж на 300 очков, это было, конечно. Замедление нам не страшно, мы и так медленные. Ну как раз это получается, да, мы на один ход остаемся без щита. Не нам дали. Так, кто кого быстрее пробьет. Вот после этого хода мне щит пропадет, да? Один удар я остаюсь без щита, получается. И получаю кучу урона. Так, ну его побили, неплохо. Сколько у нас сила удара? 527? Хорошо. Мы сейчас можем прожить чуток. Ну хотя бы после него это не работает. Так, ну все, нам пора меняться. Ничего толкового мы ему противопоставить не можем. Давайте набрать на жирафа титанчик. Обменимся. Хоть что, замена заведением. Увы, это не работает. А вот это работает. Так. Ой, скрещит. Да, кстати. Блин, он так неплохо нерфит моего жирафика.
здесь совсем не подходит, вот вообще абсолютно. Больно, хватит меня тут замедлять. Очень неприятно, когда ты не можешь этого сделать. Еще, блин, ну реально пробивает. Практически полностью. Если сейчас его не добью, то он бы добил меня. Ну да. Ред и гибрид помощнее будут по ударам. А вот это у нас есть как раз. Вот против других зауроподиков нормалек. И вот я уже заметил. Не зашло, как говорится. Давай, выходи, анкилозавр, спасай ситуацию. И тут еще ярость. Блин, ну вот эти вот удары постоянные. Ну, блин, надо смириться с тем, что ты будешь удары. Сейчас от него еще одна ярость. Может ее через ход цепать. Фига. Ну надо дымажить первым ударом. Так. Обычное замедление, следующий удар будет ярость. Ай-яй-яй, нехорошо получилось. Ну, не выйдет, не смогу, не выйдет. Ну, как раз щит поставить, а он еще заблокирован. Ну, тут Эйния Зуб, тут без вариантов, короче, все решает и все. Очень сильный удар. Косарик. Так, ну еще один боечек у нас остается. Так, ну у нас вот брахиозаврик есть. Сейчас мы тогда пойдем вот этим вот молодцом. И так. Вот тебя давайте возьмем. И вот тебя. Ну давайте откроемся брахиком, мы еще не сражались. Это величественное существо. Брахиозавр против апатозавра. На тебе двойной урон. У нас 333, хоть какие-то батарейки дешевые. Полтора урона, блин, неплохой, знаете, арсенал-то у него. Но у нас есть опережающее торможение. Это может нас спасет? Это позволит нам забрать ход. Да, отлично. Двойной урон. Два
двойной урон. О-о-о-о. Это было круто. Блин, и ответ прилетел такой же. Со снижением скорости еще. Ну, он практически равный. Ох, косарь. Молодец. Нравится мне, как пинаются брахиозавриды. Так, что у тебя есть? Ярость будет на следующий ход. Кто ходит первый, он ходит первый. Замедляем. А почему это он сразу не уходил ярость? Потому что там перезарядка один. А, перезарядка, но не задержка. Извиняюсь. Не доглядел. Так, ну чё, давайте вот это. На нас это не работает, дорогой. Теперь давайте сквозь щит. На следующий ход можно щит поставить. О, да. Так, выживешь? Должен выжить. Ну, даже вот так. А, у нас еще один противник. Хорошо. Так, Анкилос. И он еще и побыстрее нас отправляет. Да, он нас этого пробьет, парнишку. Давайте, битва Анкилоса. Ну, мне вот это больше нравится, честно говоря. У него два удара, да? Щит и уязвимость. Щит на 4 кубика. У нас то же самое. У нас есть щит, но они очень щит уязвимость как бы вообще бессмысленно. Они одинаковые. Просто у нас чуть больше жизни за счет уровня. Ну вот это бессмысленная штука. Его нужно держать, 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 пока у нас не пропадет щит. Первый ход. Это второй. Как только пропадает щит, можно сразу ставить опережающий щит. Есть. Так, это третий удар. В принципе, сейчас уже можно щит ставить, да? Он исчез. И ну, давайте ставим вот этот щит. А потом ставим обычный щит. Как-то так. Ну хотя у нас тут удар заковал получился. А, у нас удар с атакой проходит. А ну что, разве что ничего? Сильно урона мы просто его не почувствовали. Ну, поровну довольно идет. У нас 527, а у него 400. Ну, блин. Хорошо держится, колоссавры. Так, ну надеюсь, мы успеем тут разобраться по снятию щитом. Еще тут по одному удару не осталось. Ну, щит пропал. И у меня пропал. Ну, мой ход. Вот. 700 очков здоровья осталось, да? У нас было больше. Так, и ради чего мы так долго сражались? Давайте нам главный приз.